Чертежка, Матильда. О, добрый вечер, Коксик. Та -та -та. А можно я тут у вас немножко посижу? Да на здоровье, сколько хочешь. А, ой. А почему у тебя такой расстроенный вид? И почему ты не играешь со своими друзьями, а пришел ко мне? Эх. Да понимаете, тетушка Матильда, я я с Шуней поссорился. Ну и с зубком заодно. Как это? Впервые такое слышу: поссорился заодно. Ой, ну вот и вы тоже! Вы тоже ко мне придираетесь ни за что ни про что. Ну, подумаешь, одно слово неправильно сказала. Погоди, погоди, Коксик, не кричи, у меня очень тонкий слух, и когда кто-нибудь начинает кричать, у меня сразу уши закладывает. А когда у меня уши закладывает, ха -ха, я совершенно ничего не понимаю. Да что тут понимать? Я и сам все понимаю, Эх, только поделать ничего не могу. Понимаешь? А вот это уже хорошо, это уже вселяет надежду. И что же ты понимаешь? Ой, понимаю, понимаю, что я вспыльчивый. Ой, что иногда сдержать себя не, не умею. Особенно, когда я не в духе. Мне кажется, что меня все хотят обидеть. Вот я сам первый других обижаю, чтобы меня не обидели. А потом... Ох, наверное, очень доволен собой, да? Да что вы, тетушка Матильда, потом у меня еще хуже настроение делается. Я потом чувствую себя очень виноватым. Я же вовсе не хотел что мне из зубка бежать? Ой, Коксик, Коксик, ну что ж, а у меня... У меня в запасе есть один метод, который тебе, Коксик, должен помочь себя сдерживать. Правда? А это сложный метод. Хо -хо, проще некуда. Э, ты до пяти умеешь считать? Ну да. Подожди, а впрочем даже не до пяти, а до трех считать. Ну умеешь? конечно, один, два, три. Вот и отлично. Вот и считай до трех. А когда? Прямо сейчас? Ну нет, конечно нет. Когда ты на кого-нибудь рассердишься и прежде чем вспылить, сосчитай до трех медленно с расстановкой. Один, два, три. Понял? Один, два, три. Ну, понял. И что будет? А вот что будет, сам увидишь. А, ага, ну я пошел. А так, ну ходи давай. А я, а я, 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 -я пойду вот так. Вжик. Да. А я вот так вот, я вжик вот сюда а вот. А я пойду вот так вот, джик угу. вот. А я вот вот сюда опять. Вот угу. так Между опять. прочим, надо спрашивать, когда чужую вещь берете. Это ты нам говоришь, Коксик? И это ты про что? <laughs> Вам и вот про эти мои шашки. Хм. Ха -ха, Коксик, да разве это твои шашки? Это же наши общие шашки. У -у -у. Общие, да? Наши общие, а кто их вчера по углам собирал? Кто их из-под дивана вытаскивал? Ты? Или, может быть, ты? Коксик, ну что ты опять раскричался, да? Я не раскричался! И? Я очень спокойно объясняю. Хватит, Кокси! То есть как-то хватит, Кокси! Как-то хватит, Кокси! Ой! Раз, два, три. Действительно, хватит? Играйте на здоровье в эти мои, ну, в наши общие шашки. Все. Коксик, Коксик, подожди. Ну что? А ты не хочешь сыграть со мной партию? С тобой? Да? Сыграть? Ага. А что, не откажусь, так? Хм. Не, кто белыми? Я. Вот так. Не, не, ты что, как же, как же это, это ж нечестно так. Ну. Что нечестно? Все, все честно. Все честно, Коксик. Я внимательно следила. А я знаю, что нечестно, нечестно, нечестно. Стоп. Раз, два, три. Но я могу и ошибаться. Если ты, Шунь, подтверждаешь... Подтверждаю. Зубок у тебя честно выиграл. Тогда я признаю свое поражение. Поздравляю тебя, зубок! О, с победой! Спасибо. Угу. Теперь, О. теперь, моя очередь играть Ой, Шунечка, Ну, можно я еще один разок? но всего один. Ой. Один, два, три. Садись, шунь, пожалуйста, и играй. О, коксик! Mm? А как это у тебя получается-то? А? Да. Я сейчас. Mm? Течка Матильда! Да -да. Матильда! Ой, помогло! Течка Матильда, спасибо, спасибо! На вам. здоровье, на здоровье! Я рада за тебя. Э -э, Течка Матильда, а можно я про ваш метод шуни и зубку расскажу? Х -х -х, да, пожалуйста, пожалуйста, это же не секретный метод. Его всем полезно знать. Ой, я и сама им иногда пользуюсь. Зубок, Шуня, идите скорее ну, сюда. Ну, погоди, погоди, неугомонный. Сначала с ребятами надо попрощаться. А, точно. Ребята, до завтра. Всего вам самого хорошего, мои юные друзья.